Окей, снова Хованский, снова реакция на его новый клип. Всем привет, и Юра Хованский выпустил новый клип «Шепот стволов». Образ Юры, MC Хованский, мне реально по душе. Я прослушал все его композиции, и все мне дико понравились, особенно последний. Я уверен, что и этот трек тоже будет бомбезным. Давайте смотреть. Окей, мы видим, что он что-то гуглит. А, это... Мне показалось, что это реклама очередная. Говорят, что слова могут ранить как пули. Вау. Знаете, что еще может ранить как пули? Такой рассказ идет. Что же может ранить как пули? Пули. Это правда. Это инферно. О, Ник Черников как мрази Хитман. В угол. Руки вверх, но не Сергей Жуков. В деле Хованский. Реально качает. Этим игрокам не надо проблем. Зови меня Баста, ведь в моих руках АК-47. Руки Вау! Кузьма! Переверну эту планету, только дай мне ствол. Да, я, сука, в этом деле знаю толк. Разъебу твою крышу, как Нитафу, вол! Воу! Мы влетаем в квартиры, отвисаем круто, как сопля Ферабира. Эльдар Джарахов? Он в роли гнома, что ли? Похож реально на ночку, круто. Так похож на глок твой рэп. Так похож на вонь ты весь. Так похож на чмо. Мои пули сияют. Как истинный жемчуг. Ну, это просто батя, на... просто гангстер, просто образ гангстера. Слышим смрад смолы. И если ты молчишь, то заговорят стволы. А-а-а, класс, класс. Петух, как же без петуха? А где пиво? Стволы. Это Игорь Линк, если не ошибаюсь. Все классно, опять все круто. Что заговорят стволы. Но ты сказал, что я не батя. Похуй, что они кричат. Я ставлю подпись родителя в дневник хача. Вау, как царь пушка, какой же панч просто. Уже полгода, как они. А, жесть. Look at this. Твой парк нервный был, там я русский рэп. Выглядит так, будто его не было до меня. Его не было до меня. Где моя кобура? Тут не Советский Союз, но все дело в очередях. Каждый из рэперских туз предлагаю заценить мою шаверму. Остановите мою голову. Без репетиций, тут так много стволов, будто мы в теплице. Пау! Я, кажется, знаю, что буду кушать целую неделю, следующую. Так похож на вонь ты весь, так похож на чмо. Мои пули сияют, как истинный жемчуг. Твои суки кричат, но мои стволы шепчут. Слышим смрад смолы. Что он делает? Говорят стволы. Мой отряд в пути. И если ты молчишь, что заговорят стволы. Класс, просто класс. Если ты молчишь, что опять неоны, неоны, неоны будут у нас в следующем клипе. У СМХ. Мой отряд в пути. И если ты молчишь, что заговорят стволы. Думаешь, написал хуйню? Отделался баном, блять. Это не канал Паши Микуса. Тут тебя не забанят. На что ссылка? Тут тебя застрелят, выблядок. Понимаешь? Так что лучше беги. Беги и не оглядывайся. Потому что я не промахиваюсь. И от меня еще никто не убегал. Понял, сука? Беги, блядь. Беги и сверкай пятками. Беги нахуй. Беги, пока я, блядь, тебя отпускаю. Тварь нахуй. Пиздуй. Пиздуй отсюда. Это кому он? Что-то я не понял, реально. Самые четкие класс, 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 класс. Это было бомбезно. Кому он обращался в конце клипа, я так и не понял, к Ларину? Или... Если вам понравился клип Хованского, заходите на его канал и ставьте лайк. Если тебе понравилось мое видео и моя реакция, ставь лайк, пиши комментарий. И спасибо за просмотр. Серьезно, спасибо, что добавляете меня в ВКонтакте, в Инстаграме. Мне дико приятно за ваши добрые сообщения. До скорых встреч!